взвизгивал хриплый голос Аришки Булкиной. И я запомнила их морды. Я им. Нет у них права ухватать меня. Я с господами офицерами в дружбе. Никто не знал, зачем их согнали. С тех пор, как над городом повис флаг со свастикой, худая молва укоренилась за этим пустырем. Это выдержки из повести Николая Бирюкова «Чайка» про комсомолку Катю Волгину. Она помогала партизанам, занималась агитацией, девушку казнили, но за нее отомстили, убив и предательницу, и гестаповца-палача. Из самых ярких моментов формируется небольшой рассказ для чтения со сцены. По сути, краткое содержание, но авторским текстом. Этот жанр Эдуард Никитович освоил еще в молодости. В середине 50-х годов он приехал руководить клубом в хуторе «Заря». Читает без бумажки, хотя и признается, что отдельные фрагменты сегодня упустил. Запомнилось когда-то, ну читал, много вещей читал, и читаю, люблю читать. И поэтому я решил, ну как сказать, стариной тряхнуть, что ли. На сцену мог выйти любой желающий, самостоятельно или с коллективом. Вокал, танцы, инструментальный жанр, театральная постановка. Мне всегда говорили, что я хрупкая девушка. Я рождена подарить миру жизнь. Война изменила мою женскую судьбу. Когда моей стране грозила опасность, я встала на защиту Родины. Всего около 150 участников, никаких предварительных просмотров, все номера жюри видели впервые. В итоге должны зажечься майские звезды, так и называется фестиваль. Цель прежде всего консолидировать все творческие силы, которые есть в городе и районе, показать самых лучших, самых талантливых. Приятно, что в районе появляются такие фестивали, и они как раз позволяют всем без исключения попасть на большую сцену. Отдельная номинация – конкурс для прикладного и изобразительного искусства. Эти работы из хутора «Большой разнокол». В студии занимаются девочки, самым младшим по 8-9 лет. Интересно участвовать, показывать свое творчество, какие-то грамоты получать. Для всех участников такие конкурсы – стимул к саморазвитию. Каждое выступление перед зрителями – повод провести работу над ошибками. Аналогичные мероприятия в этом году пройдут в Виноградном, Витязево, а также в Джигинке. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа регион.